Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые лучшие на свете зрители. Сегодня мы с вами рассмотрим второй вариант сервировки, весенней сервировки стола. Если предыдущая сервировка стола была выполнена в русском прованском стиле, а как вы помните, классический прованский стиль, почему мы его брали за основу, он ассоциируется у нас с вдохновением и простотой сельской жизни, то в этом варианте сервировки стола больше чувствуется уже русский стиль. И в нем, естественно, участвуют в первую очередь только природные материалы, главным из которых было дерево и глина, керамика. Они хранят теплоту рук, создавших их, и привносят особый природный дух и уют. На Руси прием пищи всегда знаменовал собой торжество. Стол и посуда были монументальными, массивными, на которых древнерусские умельцы вырезали, рисовали, лепили разнообразные традиционные рисунки, которые создавали особое настроение во время застолья. Главное, что появилось в этой сервировке стола – подстановочная тарелка. В предыдущем сервировке тарелки ставились на салфетку с гиацинтов, которую я вам уже показывала. Если с постановочных тарелок не принято, у них другие задачи и функции. Они, как правило, всегда, в общем, даже не правило, они всегда плоские и самые большие по размеру. Бортики почти параллельны столу. Их борта украшены декором, так как они остаются видимыми на протяжении всей трапезы. Подстановочная тарелка нужна для украшения стола и защиты скатерти от контакта с горячей посудой. Они могут отличаться по материалу от основной посуды, но главное требование – она не должна быть проще и обязана сочетаться с сервизом и общим декором стола. Ну и как видите, борт у нее очень красивый, то есть требованиям, которые к ней предъявляются, здесь выдержаны все. Кстати, она не обязательно должна быть такая же по материалу, с основной посудой. Сказочная получилась сервировка, которая создает сказочное настроение, совершенно необычное. Ну, согласитесь со мной. И посмотрите, как подобрано все по цвету. Здесь бордовый, и сразу на этом фоне цветок очень хорошо виден. Салфетки тоже с таким бордовым рисунком. В общем-то, и наши петушки с курочкой, и наши кувшины. Все здесь смотрится органично. И корзиночка с хлебушком. Да. Ну вот в этой композиции уже основной цвет такой коричневато-бордовый. Конечно, тарелки получились более такие, не монументальные, но более такие большие. И к ним, конечно, пришлось мне ставить все-таки свою скопинскую керамику. И она по цвету очень подошла. Посмотрите, блюдо. Вот такая вот тарелочка. И такая же по цвету керамика с птицей. И здесь я поставила, как вы видите, тоже вот под это блюдо такой кувшин баран. Пришлось перетрясти все свои старые запасы. Но
согласитесь, смотрится уже более красиво. Еще один элемент, который придает народности композиции, это кувшины косовской керамики с нарисованными на них яркими цветами. Их уже можно назвать антиквариатом, так как вылеплены они и расписаны вручную уже давно и несут на себе следы времени. И я даже хорошо представляю себе, как когда-то пили квас из подобных кувшинов. Мне важно было подобрать цвета, и на подбор посуды в нужной цветовой гамме я потратила много времени. Не менее важно было для меня создать русский дух композиции, вдохнуть его в нее, в то же время постараться не впасть в кич, что вполне было возможно. И мне кажется, мне это удалось. Мой аленький цветочек из сказки заиграл всеми красками. Тарелочка Конакова, ручной росписи стали главными героями моей сервировки, вокруг которых и создавалась композиция, продолжая идею сказочной Руси. Например, кувшин-баран заменил на столе братину, славянский шаровидный сосуд для подачи на стол питья. И другой кувшин со сказочной птицей сирен. Сирен часто встречается в сказках. В древнерусском искусстве есть легенда. Это райская птица с головой девы. Их всегда считали оберегами для дома. Ну и, конечно, в этой сервировке я использовала свои любимые современные бокалы синего стекла. Они прекрасно подошли к тарелочкам и по цвету, и по размерам, по своей брутальности. Да и по форме они напоминали старославянские кубки. Не правда ли? Друзья, уже стала монтировать видео и только тут заметила, что в куверте у меня оказалась ложка. А так как это ужин и супа не будет, то ложечка лишняя. А нас уже ждет горшочек, который вы видите, с нарезанным салатом, и блюдо Конакова. Оно еще пусто, но через мгновение на нем окажется запеченная целиком курочка с зеленью, что вы можете увидеть на других фотографиях, сделанных позже. Я с вами прощаюсь, мои дорогие любимые друзья. Спасибо, что были со мной. Всем желаю здоровья и мирного неба. Люблю сказки и верю, что красота в очередной раз спасет этот мир. До встречи!